Цифровизация здравоохранения направлена на обеспечение максимальной доступности медицинских услуг. Это уже реально ощущают посетители поликлиник. Горожане уже освоили систему электронной очереди и активно ею пользуются. Главное преимущество – не томишься в очереди в регистратуру, а затем к врачу. Автоматически на запрос система выдает талон с указанием времени приема к нужному специалисту. Я прикреплен к этой поликлинике. Пришел на прием к своему участковому врачу. Записался по электронной очереди. Получил талон. Это очень удобно. Не надо сидеть в очереди. Приходишь в указанное время. Это экономит мое время. До конца первого квартала здравоохранение области полностью перейдет на безбумажную систему работы. На сегодня из 18 предоставляемых госуслуг 7 переведены на электронный формат. Две услуги – вызов врача на дом и запись на прием – можно получить по мобильному приложению «Дому Мед». Во всех городских и районных поликлиниках в ОМЦ диагностическом центре внедрена система электронной очереди. Эффект уже есть. Количество жалоб по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 12%. Основной причиной недовольства людей были очереди, что не могут попасть к врачу на прием вовремя. Теперь по талонам приходят в указанное время. Цифровизация имеет еще один большой плюс. Она показала высокую эффективность в борьбе с коррупцией. Мониторинговая группа проектного офиса Ахмешит Алдалдак Алана ознакомилась с деятельностью поликлиники, ходом работы по переводу услуг на электронный формат. Мониторинговая группа знакомится с порядком оказания бесплатной медицинской помощи, выдачи формы 086, больничных листов госслужащим и так далее. Планируется провести эти виды услуг на электронный формат. Итоги мониторинга будут оглашены. Мониторинговая группа начала проверки работы со сферы здравоохранения. Далее на очереди социальная сфера, сфера образования, правоохранительные органы, сферы строительства, земельных отношений, сельского хозяйства. Цель – обеспечение прозрачности работы этих сфер, качества и доступности их услуг широким слоям населения. Айгерим Туриман, Аида Мухтар, Шынгы Сабаев, Канат Махамбетов, телеканал Кызылорда.